Три смертных вихря скрестились и клокотали в снежных забоях золотых приисков Колымы в зиму 37-38 года. Первым вихрем было Берзинское дело. По нему арестованы и расстреляны или награждены сроками многие тысячи людей, вольнонаемных и заключенных. Вторым вихрем были нескончаемые лагерные расстрелы, так называемые «гораничья». Много месяцев, день и ночь на поверках читались бесчисленные расстрельные приказы. В 50-градусный мороз заключенные музыканты из бытовиков играли тушь перед чтением и после чтения каждого приказа. Всякий список кончался одинаково. Приговор приведен в исполнение. Начальнику свиту — полковник Гарани. По сталинской традиции тех лет сам Гаранин также был схвачен, арестован и убит. Третий смертный вихрь, уносивший больше арестантских жизней, чем первые два вместе взятые, была повальная смертность от голода, от побоев, от болезни. Колымская зима. Вы представляете, что такое колымская зима? Колыма, ты Колыма, чудная планета. 12 месяцев зима, остальное лето. В ноябре месяце уже ниже 40 градусов было такое положение, ниже 55 актировать. Но ведь никто из заключенных термометра не видел. Это колючей проволокой начальство решало, какая температура, выводить или не выводить. Но у нас у лагерников был свой термометр. Мы знали, что если при выдохе мы слышим такой звенящий шелест, это значит ниже 40 градусов. Если на вытянутую руку я не вижу, так сказать, четко лица рядом со мной стоящего человека, это значит не меньше 50. Это как в молоке мы ходили. Сильные морозы, совершенно туман. И вот при таком морозе, когда лопаются лиственницы, трещат, это же страшно, 12 часов, когда не разрешают подойти к костру. Конвоиры в овчинных белых полушубках, в меховых рукавицах, да, так называемые краги, вот, в валенках первого срока, с суконной и с полотняной подтянкой, все меняются, а мы остаемся, как наследствие. Это голодное брюхо, полуголое тело, обмороженные пальцы на руках и ногах, каждый десятый с обмороженным носом, потом зияющие ноздри, а конвой, шаг влево, шаг вправо, считай за побег. Власть над человеческой жизнью, искушение очень велико для людей слабых умом и сердцем. Всякие были люди. Один молодой охранник первый же день увидел своего отца в разводе. Из зоны выходит через ворота по 5 человек, это черная масса. Масса людей, не людей, обезличенных, истощенных. Ноги как следует поднимать не могут. Шапки сшиты из старых телогреек, эти самые обувь, бурки назывались, бурки. Так вот в этом новом прииске шили бурки на деревянном ходу. Вот вы поверьте, что это я видел, что я это видела. Так вот в таком виде увидел своего отца. И на второй день он застрелился, и у него в кармане письмо Сталину. Я не могу жить после того, что я видела. Я знаю, что он честный человек, что он честный из честнейших, что он по недоразумению, что он, в общем, спасите его, помогите ему. Я ухожу от жизни, я не могу. Понимаете, я должен конвоировать своего отца.
В этот год все ждали перемен. Разоблачен Ежов, у власти мало кому известный Берия, с его именем связана объявленная амнистия, и на Колыме новый хозяин. Прежний Павлов награжден орденом Ленина и отправлен в Москву. Начальником Дальстроя назначен почетный работник ВЧК ОГПУ, орденоносец Никишов. Но Бериевская амнистия так и не коснулась узников 58-й статьи. И к концу 1939 года лагерное население страны, по данным НКВД, впервые перевалило за 1 000 000 человек. Инженер, его поставили кому? И нас направили сразу на прииск Туманный. Я была еще совсем девчонкой. Вот, утром выбежала на крыльцо и вижу с лагерный забор с колючей проволокой, с вышками. Идет колонна. Не отличишь, молодой или старый. В полной тишине, совершенно мертвый, и только шарканье ног. Вы знаете, слышно вот так. И охранники с собаками. И вот все они в какой-то такой вот позе, вот так, как мы потом звали, это доходяги называется. Все они такие серые лица, совершенно бесцветные, по цвету их серо-буро какой-то грязной одежде. Вы знаете, они прошли, я без памяти бежала в дом, бросилась на кровать и кричала, прям со мной была сильная. Мамочка, зачем ты меня отпустила? Мамочка, я здесь не хочу, я здесь боюсь, мне страшно. Ну, постепенно так я стала привыкать к этой жизни. Я помню, выглянешь в окно и видишь туман такой, знаете, от мгла морозная. И тени какие-то копошатся над мусорными ящиками. Это невыносимо. Нас, женщин, заставляли ходить мыть золото. И однажды дают нам папиросы и посылают за бой. И вдруг вижу, что там бурлаки на Волге. Это скелеты. Это вот и везет, падает, потом поднимается и снова везет. А нам был приказ такой, кто вот столько тачек вывезет, тому давать одну папиросу. Вы знаете, у меня шок просто был. Когда я увидел все это, я тут же бросила все, побежала домой, там недалеко было. И кричу Дневалину, дядь Гриша, давайте все, что у нас есть. Он, Мильня Кирдовна, с ума сошли, начальник мне голову оторвет за это, что вы задумали? Хлеба мне принес в пекарне, все, что было в доме, я выгребла. И уже стало каждому, просто каждому давать, и охрана молчала. Удивляться. У нас не было гордости, себелюбия, а ревность и страсть казались нам марсианскими понятиями, и притом пустяками. Гораздо важнее было изловчиться зимой на морозе застегивать штаны. Взрослые мужчины плакали, не умея подчас это сделать. Мы понимали, что смерть нисколько не хуже, чем жизнь, и не боялись ни той, ни другой. Великое равнодушие владело нами. Мы знали, что в нашей воле прекратить эту жизнь хоть завтра. И иногда решались сделать это. И всякий раз нам мешали какие-нибудь мелочи, из которых и состоит жизнь.
шла война. На прииске верхней добывали кассетерит, оловянный камень. Кассетерит был необходим военной промышленности страны. Выполнение плана было равносильно выполнению воинского приказа. Лагерное начальство, вместо того, чтобы подготовить к холодам бараки, своевременно, посуху, обеспечить лагерь необходимым на зиму продовольствием и теплой одеждой, занималось созданием уютных условий жизни охраны лагеря. Начался дождь. Потекли крыши бараков, намокли постели. В непросыхавших за ночь шмотках, матрацах и подушках, в одежде завелись белые помойные черви. После непрерывного летнего проливного дождя вдруг ударили настоящие морозы с температурой минус 20-25 градусов. Полуголодные, измученные, больные люди натягивали на себя влажное, дымящееся от пара тряпье, мгновенно становившееся колом на морозе, и брели в этом задубевшем панцире в забое отрывать тачки, лопаты и прочий нехитрый инструмент, намертво вмерзший в землю. Налетела пурга. Транспортная связь с внешним миром прекратилась. Голод все больше и больше давал о себе знать. В эту зиму смерть стала привычным явлением. Из 700 с лишним человек перезимовала только половина. По весне из-под снега торчали конечности человеческих тел, как бы с мольбой взывая к живым о захоронении по-христиански в землю. С теплом это и делалось. Заключенные хоронили из милосердия, начальство по обязанности из соображений санитарии. Жертвами вот, несут крест на себе, как правило, лучшие представители гомо-сапиенс. А командует парадом, конечно, посредственность. Жертвы и палачи. И как иногда... Совершенно неожиданно вот эти самые палачи вдруг оборачиваются такой человеческой стороной. Лебедев, начальник, который таскал меня несколько лет за собой по Колыме из лагеря в лагерь, добра я от него не видел, казалось бы, я у него суток 200 карцера схватил за это время, не все я их просидел эти 200 суток, потому что научился вовремя смываться, так сказать, от его гнева, вот. Но я наблюдал этого человека как фаната такого. Человек, который не жалел себя, жег себя во имя выполнения вот этого плана добычи золота. Он всегда говорил, что день расхода фронта – это день работы Колымы. Ни людей, ни себя, никого он не жалел. Разные люди. Вот таким был Габдракипов, начальник штрафного прииска, глухарь. Затерянный где-то в распадке сопок, богом проклятый, куда Лебедев отсылал рецидив весь, так сказать, неработавших, там, людей ненужных ему, вышедших в тираж. Ну, по разным там причинам. Ему нужна была здоровая рабочая сила, чтобы выполнять план. Сдавать государству эти килограммы с золотом, которых у него всегда не доставало. И все, кто ему и нужен, все шли на глухарь. Или же в результате какого-нибудь нарушения там, дисциплины, проступка, там, это, преступления и так далее, и так далее. И вот начальником был там вот этот вот Габдракипов, татарин. Очень скромный офицер НКВДшник. Как он, каким боком он оказался на этой должности, когда, ну, я не знаю, ну, пастором, наверное, должен был быть по призванию своему человеческому. Хотя и голодал я, и ходил блатным в бараке полы мыть там за черпачок, баланды черпачок каши. Но ниже этого я не опускался. Я не лазил по помойкам, не собирал селедочные головки, не ел солидол. Как-то не верилось, что я могу умереть.
Я уже был дистрофиком, цинготником. От щиколотки до пояса я весь был вот такие, как пятак в язвах цинготных. Все это в ватных штанах на 50 градусном морозе. Все это прилипало. При каждом движении то тут прилипнет, там оторвется. Ко всему пел грозный понос, который остатки влаги, которая еще мне была, вымораживал, затверевался. И я знал, что я не переживу эту зиму. Но тут вот господин Случай пришел на помощь. 41-й год, началась война. Фронту нужны были солдаты, и поступление заключенных в лагеря резко сократилось. И надо было обходиться теми, которые есть, удерживать их на каком-то плаву. И не хватало медицинских работников. Но уже, так сказать, рады были кому угодно. И где-то в рабочих делах нашли запись. Студент второго курса медицинского института. Это оказалось мое рабочее дело. Зимой 42-го года приехала бригада Маглага, магаданского лагеря. А там особенно хорошие были актеры, заключенные все были. Концерт очень хорошо проходил, и вдруг на сцену выходит Шварцбург. Почти как у Булгакова. Любовь, как убийца, выскочила из-под земли в переулке и сразила нас обоих. Его лицо... Вот его это какая-то одухотворенность особая. И все в нем было совершенно, ну, настолько далеким от того, что вот меня в ту минуту окружало, что я поняла, что это что-то такое, что-то мне свыше послано, что это какой-то рок, что этот человек уже для меня занял сразу, мгновенно, в моем сердце такое место, какое никогда никто не занимал. Помню, что он исполнял этюды Шопена и рапсодии Листа. Но я тогда принадлежала к местной элите, была женой начальника крупного прииска. И Шварцбург, когда мы зашли за кулисы, смутился, конечно. Но потом как-то доверился мне. Я его спросила, мне можно куда-нибудь вам написать? Он сказал, вы знаете, это может очень усложнить мою жизнь. Антракт кончился. То он мне сказал тихо, для вас я сыграю осеннюю песню. В 1938 году его арестовали за контрреволюционную деятельность в Ленинграде. Он учился в консерватории. Ему пророчили большое будущее. Ему было 19 лет. Его направили на лесоповал. 58-я статья. Это был осужденный на 10 лет. Самый-самый, что ни на есть, так сказать. Враг народа. И получилось так, что... Муж моей теперешней вот приятельницы поехал на лес повал и увидел там юношу, который уже совершенно погибал. Он его забрал на прииск и устроил в бухгалтерию, что и спасло ему жизнь. И вот однажды повел его в клуб, замороженный, мрачный, и там рояль был. И вот Шварцбург мне рассказывал сам. Я, говорит, подошел к роялю, смотрю и не верю, что передо мной крышка рояля и что инструмент передо мной. Я, говорит, поднял руки, положил их на крышку, посмотрел на них, убрал
И ведь как во сне кто поднял крышку рояля, тронул клавишу и вдруг зарыдал. Я не мог играть. В 43-м году был фельдшером двух хирургических отделений, операционным братом, наркотизатором и даже удалял зубы, потому что было некому больше. Потом меня перевели работать в центральную больницу Севлага, знаменитую на всю Колыму больницу на Беличи, больницу мамы Черной. Все знали маму Черную. И я уже слышал эту легенду, что есть где-то больница, и там, значит, нету ни проволоки колючей, ни зоны, ни вахты, ни вышек, и даже надзирателей на территории нет, и всего там один вольноемный человек, вот молодая докторица. Почему, значит, ее такой кличка была «Мама Черная»? Значит, ну, во-первых, черная, потому что она с Кавказа, осетинка. А почему мама? Потому что попасть в эту больницу, это было равносильно, так сказать, к матери в руки попасть, потому что в этой больнице лагерной больные получали свежие помидоры, брусничные кисели, огурцы, удобные булочки, еще какие-то вещи. Но совершенно неправдоподобные, которые, я думаю, даже вольнонаемным на моем родном прииске все это не было доступно. А главный врач больницы оказалась девчонка моя, в общем-то, однокурсница. Мы в Москве не знали друг друга, хотя учились в параллельных медицинских институтах. И одногодки почти. И вот эта любовь. Я очень многое предчувствовала, сказала, что это моя судьба. Себе, конечно, потихоньку. Мне такой мысли в голову прийти тогда не могло. Да, такая любовь была, какая светлая любовь. Ой, почти 50 лет вместе, любовь. Это доказательство. Чистая и светлая любовь. Но в моей жизни, так сказать, я не встречал женщин такого характера. А как это удалось, Нина Владимировна? Это уже она расскажет, как ей удалось. Я самостоятельно, без отца, без матери, пробилась и кончила институт. Началось распределение. Я поеду в Магадан. Они сразу сделали такие глаза. А почему в Магадан? Там у вас кто-то есть? Я говорю, что у меня вообще никого нет. Но я считаю, что я там нужна. И с первого дня началась моя борьба. Ужасно, столько отмороженных, столько операций, вот черные ноги приходилось ампутировать. А охранники мне прямо говорили, это враги, это враги. Чем больше умрет, тем лучше. Не, Владимировна, вы хотите, чтобы вы были в числе них? Ну что вы на себя так много берете? И у меня был нервный срыв. После этого уж попала я на Беличи. Каждый тяжело больной, пелагрой, цингой, дистрофией тяжелой, они умирают. Ну, есть не хотят, нет аппетита, и все. К этим больным я посаживалась и говорила, ну, что бы вы съели? Ну, что вы любили на воле? Один сказал, галушки. И для дяди Саши это все ерунда было, все. И с этих галушек он начал есть. Я скажу, но еще нужно сказать о вот этом самом поваре дяди Саши. Александр Иванович Матвеев до лагеря был в Москве шеф-поваром ресторана при московских ипподромах, при московском ипподроме. Это действительно был, артист своего дела. Сотни людей были спасены. Шаланов. Тоже Шаланов. Он был истощен до предела. Что он заказывал, то ему делали. И таким образом он вылез, встал на ноги, начал потихоньку гулять. Вот. И следующий... А что он просил, не помните? Нет, это я не помню. Что он пельмени просил, наверное.
Многие просили пельмени. А Шаламов уже проезжал полгода, пронаходился полгода в больнице, его уже поставили на ноги. Он ходил к главному врачу домой переписывать Генриха IV, Генриха Мана. В доме было тепло, да. В доме что-то была пища. Он, уходя, еще набивал полные карманы и доедал все это еще там в палате. Вы знаете, какой рост? 7,90 м. Стоит как столб телеграфный. Рацион гулаговский. Ему бы на завтрак не хватило. Человека надо было спасать. Появилось равнодушие и бесстрашие. Этим равнодушием, этим бесстрашием был переброшен мостик какой-то от смерти. За равнодушием пришел страх. Я понял, что боюсь уехать отсюда на прииск. Боюсь, и все. Я никогда не искал лучшего от хорошего в течение всей своей жизни. Мясо на моих костях день ото дня росло. Зависть. Вот как называлось следующее чувство, которое вернулось ко мне. Любовь не вернулась ко мне. А как далека любовь от зависти, от страха, от злости. Как мало нужна людям любовь. Любовь приходит тогда, когда все человеческие чувства уже вернулись. Любовь приходит последней. Возвращается последний. Да и возвращается ли она? Схватили нас немцы. В 44-м году брата и меня схватили за диверсии там при немцах. И приговорили нас к смертной казни через повешение. А потом тут уже красные подоспели, и так мы остались в живых. Ну, дали там бумажку матери, говорит, оказываем вам как потерпевший, как материальную помощь. А сыновей, говорит, награждаем к орденам. Сейчас пройдет фронт, потом им вручат. Ну и, значит, ночью, так же в 4 часа, как и немцы, я открыл двери, нашли свет, включили, значит, и в спальню, где я спал. На кухне я спал. И точно так же, как немцы. Зашли сразу к кровати. Кровать потрогали, теплая или нет. И немцы также трогали. Подушку посмотрели. Матрас повернули, понимаете? 26 октября меня арестовали. И где-то в декабре месяц только мне предъявили обвинение. А то меня били каждый день все эти 3 месяца. Почему тебя не повесили, говорит? Тебя, говорит, не завербовали, говорит, немцы? Суд самый-то страшный был, когда я вынул рубаки крови, которые, значит, что-то такое за советская власть-то. Если вас били, пишите за углом. Да, и вот зачитали. Сидоренко Екатерине расстрелять, она упала, сознание потеряла. Потом Кириченко Василию расстрелять. А мне объявили 25 лет и 5 лет поражения. Преподнесли расписаться, приговор. Расписались, мне кажется, да. Ну и я им заявил, вот этому прокурору Нелупову, я говорю, что вы судите нас как врагов народа, говорю, а не мы враги народа. А те, кто за нашей спиной, там следователи сидели наши. И Черкасов сидел майоров, и Лебедев сидел там, и Галушкин сидел. Я говорю, и тот, кто за вашей спиной, там портрет Сталина был, 6 или 7 метров. Здоровый в сапогах, в голубом костюме, с трубкой в руках, и хрень сюда рука была задвинутая. Ну, я говорю, придет время, вы их сами объявите врагами народа. В первые же дни войны многие заключенные просились на фронт,
Лучше умереть в штрафной роте на передовой, чем гнить в неволе за колючей проволокой. Но 58-й и в этом было отказано. Лагерному начальству легче всего было накручивать политическим вторые сроки, раскрывая несуществующие заговоры и планы вооруженных восстаний. Это была их бронь. Спасаясь от фронта, охранники усердствовали больше обычного, доказывая свою необходимость архипелагу. Человек, ему цены особенно нету. Черт тебя знает, никакого возмущения не было. Вроде как будто ты и действительно виноват, вроде как будто ты и действительно преступник. Закидывают специально в камеру, то есть подсаживают мне двух, я их знаю хорошо. Убить, говорит, охрану, Мирсанов собирается, и освободить лагерь. Мне 59-й. А если я не подпишу, он меня-то полусмерти убьет. Я сразу сказал, я говорю, если ты меня тронешь, старший лейтенант, я говорю, я тебе разбиваю яйца. Вот если он меня тронет. И вы можете поверить, он от меня отпустил. Отступил и меня не трогал. Но ноги ставил на стойки. Вот такие были ноги. Я не чувствовал, что у меня есть ноги или нет ноги. До тех пор он меня держит у распаленной печки, пить не бьет, а вот все. Я думал, что человек это есть человек. Ну вот он почему-то свихнулся. Он свихнулся, этот человек. Он наврать на вас мог. Он вас расстрелять мог. Что такое вывести меня расстрелять? Это человек стрелял. И человек приговор мне вынес. Расстрелять. За что? Вот вам, пожалуйста, два человека. Я человек безвинный, он стоит человеку власти. Ну как их разделить, этих людей? Надо сказать, что жизнь моя семейная не задалась совершенно. Я выбралась в Магадан, разыскала Шварцбурга, все это делала с большой огромной осторожностью, потому что я уже была кандидатом в КГБ, а его послали на общие работы, и он бы там погиб, конечно. И когда я увидела его, душа моя вот обрела крылья. Мы просто крепко-крепко обняли друг друга, вот так прижались с ним лицом к лицу. И я помню, что мы стали рассказывать о своих чувствах. Вот мы говорили, говорили, не могли никак переговорить. И потом, наконец, он какую-то разрядку сделал и читает мне голубые, голубая кофта, синие глаза. Никакой я правды, милый, не сказал. Милая спросила, крутит ли метель, затопить ли печку, постелить постель. Я ответил, милый, нынче с высоты кто-то осыпает белые цветы. Был вечер, и вдруг выкатилась огромная-огромная луна. Мы опять крепко обнялись и тут же разошлись, потому что мы боялись, что нас кто-нибудь может увидеть. Он мне говорил, самое ужасное в моей жизни, то, что мы не можем никогда быть вместе. Ты в другом мире живешь. Даже когда я освобожусь, на мне клеймо арестанта будет до конца моей жизни. И по какой статье? У нас нет будущего. Мы расстались. Женщины, вот только два совхоза было, Евген и Молга. Они строго охранялись, и мы-то под охраной.
и они под охраной. Так что если сюда перебраться, тебя поймают, тебе добавляют срок, как побег. Ну, начальство, что ему? Начальство это есть начальство. Это если ей понравится какая-то, так он ее может обседлать и все сделать то, что нужно. А тут на приисках, какая там женщина, когда я не могу ходить? Какая мне женщина, когда я падаю? У меня вот этого нету, одна кожа. Молочка тут не пили, чесночок тут не ели. То, что дадут, натоптанную капусту, вот эти совхозы, вот, натопчут, и вот всю зиму их, и ржавая селедка. Неимоверный труд. Истощение, истощение, и, значит, все, и там, может, приключилась какая-то болезнь, и на этом конец. Круглые сутки, круглый там распадочек такой есть небольшой, кверху туда, от верхнего туляха. Работает лошадь, возит умерших. Смотришь, все уходит, 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 уходит. Но потом стала слабинка большая. Вот это все было сенокосные угодья ильгеновские. Скирда на скирде. Он придет, принесет сидр ей, там, паек, там, что-то такое насобирает. Жизнь требует жизни. Тут уже не считается ни с чем. Вот, надо женщину, значит, все. Детишек как грибов было здесь на Ильге. Я же родилась в лагере. Красный лист повали там точно. 2 августа 1941 года. 2 августа. Вот я почему хочу сказать, обратите внимание на эту дату. Она потом еще к ней вернется. Вот. Как раз в лагерной больнице. Мама у меня была осуждена. Отбывала наказание. Так вот, нас, видимо, когда определили уже в детский дом, с ясельного там какого-то возраста. Вот я помню небо. На улицах были стеллажи. Вот мы там лежали. Ну, это виде прогулки, что ли. В 40 лет меня родить, это рискованно было. Тем более таких условий. Какая бы любовь ни была. Я всегда говорю, зачем ты меня родила? Я говорю, только вот именно из этих целей. В надежде на то, чтобы можно было бы освободиться. А был еще действовал указ об освобождении этих мамок. Действительно, мамок освобождали. И вот... Не прошел и этот фокус. Война началась 22 июня, родилась 2 августа. Этот указ отменили, и она осталась при своих интересах. Лагерь, естественно, я не помню. Но для меня это одно и то же, потому что у нас тоже же зона была. У нас своя была колючая проволока. Я знаю, что вот у нас вот, вот если по Эльгену судить мои воспоминания, конечно, я только по Эльгену вспоминаю, свой этот вот детский дом, то мы вот когда выходили, он отдельно у нас стоял, этот дом. Но вот если куда гулять вот лежит, то мы уже сразу видели забор, колючая проволока и обязательно вышки. Наши знаменитые вышки с конвоирами. Мне было 3 года, когда я познакомилась с мамой. Но это, видимо, первый выход, который ей разрешили на свидание со мной. Меня, видимо, побили, поколотили и загнали под кровать. А знаю, что они меня хотят выудить, как у нас обычно делают, для того, чтобы побить, наказать.
Я уже никакую не соглашалась. В конце концов, удалось меня туда уводить. И вот меня упирающиеся ведут. Вон твоя мама. Я говорю, какая мама, где мама? А мне подводят к окну, а там лицо. А его трудно разобрать, это лицо, потому что стекло, оно все за снегу, ну, за индивелой такое, все замороженное. Она кричит и рыдает. Дочечка, я ж твоя мама. Тетечка, забери меня отсюда, меня здесь вот бьют. Она говорит, дочечка, не пускают к тебе, но я обязательно к тебе приду. Господи, не игры запомнились, ради Бога. В моем детстве не игры запомнились, не игрушки запомнились. У меня четко запомнилась комната, стульчики, это в порядке, это информация. Вот эта тарелка, радио. Мы знали всю информацию с фронта. Это была очень большая у нас реакция. Мы маленькие реагировали на все это. Если где-то захватывали город, значит, считайте, у нас обстановка менялась, не знаю почему, очень мрачно было. Если, значит, где-то победа, освобождали город, и для нас был какой-то праздник. Значит, могут даже покормить. А так мы вечно голодные, всегда заглядываем и ждем. Даже нас пригласят покушать. С нами никто не занимался. Мы были как несчастный балласт, который шел следом этапом за своими родителями. Ну, куда мама перебрасывала, туда и нас перебрасывали. На машину, кульки наши эти, машины открытые. А тогда, когда осваивалась только Колыма, она вообще намного холоднее была. Вот нас вот заматывали, закутывали, как только мы сажали вот на эти скамеечки. Ну, брезентом только, считайте, крытое, чтобы от ветра сильного. А так, в общем, считайте, открытое. Я считаю, что вот именно вот эти вот перевозки уже делали списание на тех, кто доезжал, кто не доезжал. Так и было, да? Да, потому что нас уже замерзшими кульками снимали. Если кто выживал, то мы отхаживали, а в больницы попадали. А кто, видимо, околевал, так он так, бедный, околевал, чё ж то. Мое нахождение в детском доме, оно так и получается. С умиранием, возрождением, умиранием, возрождением. Мы не имели ни дома, ни угла. Семья в постоянном гонении. Жили в полном, можно сказать, голоде. Отец был простой крестьянин. Земли много не было, ну, пара лошадей. И все. Раскулачили. И отправили его на Соловки. Соловку на новую землю. Целый пароход и там. И пароход застрял во льдах. Они подняли бунт и разоружили охрану. Отец, когда приехал, одет в женскую одежду. И именовался как двоюродная сестра моей матери. Все так Беляевки в районе и считали. Да. Ходил он, поле обрабатывал, вместе с матерью ездил. Ну и где-то они вот, ну, выехали они на какой-то товар продавать. Схватили его, скрутили и забрали. Потом мать пошла в тюрьму, в Одесские кресты, там он находился. И ей сказали, что принесите такую-то, такую-то сумму денег, говорит, и ваш муж будет на свободе. Ну, мать приехала домой, продали одну лошадь, потом еще где-то собрали денег, но не полную сумму немного. И когда она принесла эти деньги, неполную сумму, ей сказали, что ваш муж пошел на размен, это на расстрел. Ну и мать вышла из тюрьмы, а там проходит трамвай. Она бросила меня по трамваю и сама бросилась. Потом она уже только в больнице опомнилась, значит, и спросила, а где говорит, дитё? Ну и принесли меня, говорит, дитё ваше живое, только повреждённое вдоль. Там она пролежала в какое-то время. Вышла, значит, и вернулась она домой, и вот с этих времен начали наши мытарства. Матери сказали, чтобы вас никуда не выслали, не осудили, меняйте фамилию, выходите замуж. Но мать замуж не вышла и фамилию не поменяла. В сельский совет привела меня и брата, мужа расстреляли, теперь берите детей. Оставила и сама ушла. Всегда подчеркивали, что мы, в общем-то, ублюдки, что ли.
Мы знали, что неполноценные дети, что мы дети врагов, уголовников, лагерные дети. Вот самое страшное для меня, что не могу я вспомнить такого, чтобы дети дружили, то все. У нас такая была обстановка разобщенности. Дай Бог каждому найти свой уголок, чтобы тебя никто не зацепил, и никто тебя не побил, не оскорбил и ничего-нибудь не сделал. Если... Абсолютно то, что в лагере, вот та атмосфера лагерная, она была и здесь. Да. Это четко прослеживалось. Я вам помню, вы знаете, я вам хочу сказать, что у меня мало таких воспоминаний. У меня вот мальчик один остался, Миша, звали его. Вот это вот у меня врезалось очень долго и надолго. До сих пор не могу без себя вспоминать об этом случае. Он был хороший, видимо, мальчишка, но он был инвалид. Его вечно шпынали, его вечно толкали, вечно его оскорбляли. А он был инвалид, у него пальчики все вот такие покореженные были. На ногах я всегда обращала внимание, если он кривляк это ходил. Его хоть били, хоть что бы с ним делали, он такой был безобидный. Такой не озлобленный, он всем все прощал. Вот я подружилась с ним. И вы знаете, он погиб. Погиб на моих глазах. У нас, видимо, все-таки система воспитания была направлена, если я только осмелюсь, на уничтожение нас. Купали нас не в бане, нигде, а в бараке. Плита, раскаленная плита, на ней ванна стоит. Выстроили, значит, так нас. В общем, отбор какой-то. Вот. Или, наверное, на зидание непослушно. Мы с ужасом смотрели, как купали. Выкупали одного. Красного сваренного унесли. Замотали в полотенце, унесли. Живой, не живой, не знаю. Только крик в таком квелом, этом, покупали называется. Том второго. Вот помню, дошла очередь до Миши. Берут этого пацана, крик тут, уже дети поняли, что это что-то не то. Ну, на глазах такое дело. И вот, представляете, я помню, как я вцепилась в эту воспитательницу. Как этого Мишу тащат к этой ванне. И я кричу и срываюсь, мне плохо, значит, не смейте его трогать. И он орет, и его несут к плите. И потом меня отодрали. Значит, Мишу выкупали, орал, затих. Его такого затихшего завернули, унесли. И меня вслед за ним тоже берут. В ванну сажают, я тоже ору, как поросенок рызаный. Прыгла и ощутила, что подо мной раскаленное что-то. И все, на этом я вырубилась. Меня в вареную все доставили в больницу. Вот выходили меня после такого купания. А Мишу больше этого не видела. Все. Вот такой у меня был маленький, косолапенький, уродливый дружок. Протодиакон Томской церкви, отец Николай, в миру Николай Семенович Цицура, сразу же после освобождения построил деревянную церковь, маленький православный храм на Колыме. В царстве смерти дом Господа во укреплении духа. Закрыли церковь начальники, но через несколько лет каторжники возвели для отца Николая второй храм. Власть его забрала под дом пионеров. Колыма была крестным путем для 2000 священнослужителей. Благослови Бог нас всегда, ныне пресно во веки, во Христос, истинный Бог наш, молитва призматель всех вольных опол всех святых помилуй, упокоишь Твоим Господи, як мне Господа Божию, и епископа Сергия, и мне Господи всегда слушай дом и дом, упокой во Симеона, Михаила, Якова, Раисия, Евдокия, Валентина, Лилия, Мария, Федора, Николая, Евдокия, Михаила, Петра, покой Анна, Павла, Андрей, Федоров, Георгий, Матрена, Василия,
Параскеи убиены Зои, Илья, Мария, Евдокии, Татьяна, Василий, Анны. Сегодня убиен на поле брань, весь погиб, помни Господи, рабу Божию. Все православные христиане, все православные воинства. За 20 лет, что я провел в лагерях и около них, я пришел к твердому выводу в сумме многолетних многочисленных наблюдений, что если в лагере и были люди, которые, несмотря на все ужасы, голод, побои и холод, непосильную работу, сохраняли и сохранили неизменные человеческие черты, это сектанты и священнослужители. Конечно, были отдельно хорошие люди из других групп населения, но это были только одиночки, да и, пожалуй, до случая, пока не было слишком тяжело. Священнослужители же всегда оставались людьми. Как раз народник холодный. Там еще был такой инцидент, конвойный убил товарища. Я там поднял, значит, шум, повесить Сталина заново, и всю эту братью банду, всю уничтожить. Снести Кремль, и там поставить памятник всем заключенным. От дней Петра до наших дней. Ночью меня пришли, забрали в одном белье босиком и увели в изолятор. И там бросили к этим блатным для насилования. Привет, контр, говорит, расскажи, как ты там Сталина хотел повесить. А на моих глазах бросили еще мунтян такой, бессарабский, молдаванский поп. И киевского попа, и их снасиловали обоих этих попов. Ему тогда было лет, наверное, уже, наверное, 30 тоже, а тому попу было лет 45, с Киева, седой дядька такой. Я еще протестовал, но мне сказали, ты, контр, говорит, уважаемый товарищ, говорит, не твое дело. Там и насиловали. А я ему говорил, где же ваш Бог? Почему вас не оградил от этого дела? И вскоре я попал в черный список смертников и в шахту мне работать. Но одновременно мне приносили, значит, ножи, сотни, я их там обтачивал. Это готовилось восстание. Зона против блатных восстала. Их просто вырезали, как кино показывает. Ну, немного вырезали, только блатных. Что это какая-то та организация подпольная в лагере действует. Сам я все время мечтал только убежать. Эта мысль меня никогда не покидала. Мне объяснили, что нужно напасть на гарнизон, освободить, значит, лагерь. Но я дал согласие и пошел на это. Мне главное было гарнизон разоружить. А там уже, конечно, народа много было бы, конечно. И я пошел на это с ними. И мы не думали там сидеть так долго в шахту. Мы когда зашли, я приготовил это убежище. Затащил туда продукты, доски, бушлат, и все это нам сколько не было. Сколько вы пробыли там в шахте? Убили? Почти 6 месяцев. Спрятав... Вечной мерзлоте и темноте. Нас искали долго, с месяц не работала шахта. Привозили откуда-то солдат, не могли найти. Газом травили, не могли вытравить. Но они в шахте много нашли медикаментов, продуктов много. Ножей, гранат, корабли самодельные. Я ходил и попадал в облаве, сидел там на подвесном кабеле. Сутки висел, привязанной веревкой. Они в шахту зашли, посты порасставляли и искали с собаками. У нас уже ни питания, ничего. Ну, 17 августа мы вышли. И вышли прямо между вышками. Такие лампы освещенные, и мы прямо под свет полезли. Если только часовой увидит, я должен был гранату ему кинуть. Когда в кусты большие мы перешли, ну, это, знаете, непередаваемая радость. Воля, представляете себе?
Не видно, можно туда не то, что мы шахты вышли, а что с рук чека выйти. Выполнение которого началось 24 часов 8 мая. Этого дня на Колыме. Победа была не просто радостной вестью. Она была надеждой на скорую свободу для оставшихся в живых. Говорят ведь, кто в войну не сидел, тот и лагеря не отведал. Человек надеялся и верил.